большой фест-драй! Дорогие друзья, душа русского человека, попавшего, ну и не совсем русского, шутка, попавшего на международный автосалон, конечно, тянется к лакшери, потому что нам остро нужно, видя в потоке эти автомобили, проникаться чувством справедливости. Эти автомобили являются обозначением, ну, нетрудовых доходов. Вот. И вот новинка от компании Mercedes-Benz Maybach S650. Ребята, обратите внимание, они вернули решетку радиатора. Мне кажется, эти люди прослышали о проекте «Кортеж» и поняли, что что-то надо делать, надо как-то выправлять ситуацию. Ну, не может одна и та же, так сказать, модификация, в принципе, одной платформы называться по-разному, правильно? Надо же хоть что-то сделать. И вот он, красавец. Обратите внимание, ребята, двухцветный кузов именно под слоем лака. Это не пленка. Как? Хотя можете наклеить и пленку, и будет примерно то же самое. Но это не пленка. Обратите внимание, глубокий графитовый, да, с примесью цвета морской волны цвет. Прекрасные, шикарные диски. Господи, вот это диски! Мне кажется, что они бронированные, чтобы никто не мог прострелить суппорта на ходу из рогатки. V12 мотор. Ну, просто изящество, просто богатство. Ну и задняя оптика. Посмотрите, вот он еще и третий зуб добавился, да, вот такой на боку. Ну а в целом, конечно, красавец, конечно, красавец. Давайте посмотрим, что внутри у нас произошло. А, не посмотрим, потому что обычному человеку без смокинга такую машину смотреть. Ну давайте через стекло посмотрим, что же мы. Ну вот, ну в принципе, все достаточно знакомо, узнаваемо. Единственное, что вот смотрите, центральный тоннель обшит кожей в цвет... как бы нижней части кузова, да, а кожа светлая повторяет вот этот элегантный металлик цвета шампанского. Я бы даже сказал, шампанского брут. И ты брут. Вот. Но во всем остальном, ну что, ну, Мерседес, да, круто. Кстати, а где Пульман? Ведь нам же обещали, что совсем-совсем скоро появится Пульман, который чуть ли не на метр длиннее обычного Мерседеса. Что-то как-то немножко работа, видно, привстала. Но, ребята, за одни вот эти диски можно продать родину. Немецкую родину, я имею в виду, нашу нет. Вот, ну еще раз давайте сконцентрируем свое внимание на этой суперрешетке. Присядьте, пожалуйста, Рустам Иванович, вот, чтобы мы поняли, как мы будем видеть этот автомобиль в заднее зеркало. Ой, посмотрите, тройные светодиоды ходовых огней. Ну это просто люкс. Ну и цена, давайте, мое предложение, предположение. Цена от 13 миллионов рублей. От. На ручке.